как-то меня спросили, как добираться из Греции до Италии на машине, на пароме. Ну, я как-то знала заочно ответы на такие вопросы, что-то погуглила, объясняла. Но теперь я могу вам это все и рассказать, и показать наглядно. И, наконец, я приготовила ролик о нашей поездке на машине до Италии и Швейцарии, пересекая Ионийское море. Наше путешествие состоялось как раз-таки за месяц до того, как Италия закрылась на строгий карантин. Это был конец 2019 года. И так как мы ездили на рождественские праздники, на рождественские каникулы, соответственно, в этом ролике будет очень много такой вот новогодней праздничной атмосферы. Ну, в принципе, у нас как раз-таки 2 месяца осталось до следующих новогодних праздников, поэтому это все актуально. Итак, как я уже сказала, мы путешествовали на своем автомобиле. То есть заранее приобрели билеты на паром, который необходимо было взять с города Патра, что на Пелопоннесе. И рейс у нас был ночной, где-то к полуночи мы должны были уже сесть на корабль, потому что корабли уходят вовремя, никто никого ждать не будет. Здесь кафешка. Получается, мы забежали на паром практически за 15 минут до его отчаливания. Очень задержались на чекине. Уже закат, уже темнеет. До посадки на сам паром на вот этом вот вокзале происходит настоящий чекин, как на самолеты. Вот здесь какое пространство. Так как совершенно был не сезон, корабль был пустой. В основном, наверное, ездили дальнобойщики, то есть вот они путешествовали. Я думаю, в летнее время здесь, конечно, народу туристов побольше. Какие автоматы, однако. А так как мы взяли билеты с города Патра до Венеции, нам пришлось путешествовать аж 30 часов по морю. Но есть порты и ближе. Это Патра и город Бари, или Патра и город Анкона. Ну, не то, что недалеко, но порядка 10-15 часов до них нужно добираться на пароме. Но так как мы рассчитали свой маршрут именно с Венеции, с посещением там других ближайших городов, поэтому мы выбрали такой вот самый длинный рейс этого парома. Вообще, все удобства там, конечно же, есть, и каюты разные, одноместные, какие-то люксовые, четырехместные, даже такие простые места, как самолетные кресла. То есть в сидячем положении можно путешествовать, что достаточно экономично, и так в основном вот эти вот дальнобойщики, вроде как, они так и ездили. Дополнительная услуга на корабле. Шучу. Какая услуга дополнительная? Да я шучу. Все свое с собой. Вот такой обзор парома. Очень большой, очень много места. Здесь находится какой-то бар, но сейчас он закрыт. Все-таки не сезон. Можно играть в догонялки. Чем тут и занимаются ребята. Значит, он только летом открыт, да? А-ля-карт ресторан. Ну ладно. Наша, как сказать, столовка. Мы уже позавтракали, пообедали. Не знаю, пойдем ли мы на ужин, потому что мы уже набрали с собой все, что не доели. Порции такие огромные. Три резорта. Seaside Resort. 5 звёздочек. Это Кефалонь, наверное, нет? Нет, это Критика. А, это все Критское? А, это критские линии, критские морские линии.
рекламируют свои курорты на острове Крит. Большие туристические там на Крите. Красота. Мы нашли кинотеатр. Будем сейчас искать кино. В нашей каюте показывают только два канала. А мы прошлись по коридорчикам, люди сидят и смотрят вот эти вот, ну, на этих больших телевизорах что-то другое, и другие каналы. Может, фильм найдем. Кто-нибудь сгоняет за попкорном? Кинотеатр. За кофейком. Именно до Венеции 30 часов, конечно, это, впрочем, очень утомительно. Далее, в Венеции мы уже достаточно быстро выбрались из парома, но что-то нас очень задержали на границе, получается, где-то вот морской. Очень долго смотрели документы, я так понимаю, опять же, у дальнобойщиков, вот у каких-то больших фур, прямо долго их осматривали. И вот мы целый час простояли на этой вот границе, на выезде из самого порта уже в город. Да, предрождественский рынок. Несмотря на дождь, пасмурную погоду, где-то температура Венеции на конец декабря была около 8-10 градусов. Шел такой моросящий надоедливый дождь, но тем не менее туристов было очень много. То есть движения, конечно, в Венеции были. И как раз мы попали, успели на тот момент попасть, пока вот Венецию снова не затопило. Или потому что зимой периодически затапливает. Буквально за парочку недель до этого на площади Сан-Марко стояла вода по колено. И после того, как мы уехали, тоже пришел какой-то циклон, тоже снова Венецию бедную накрыло. И снова все там затопило, невозможно было там ходить. Главное, так тепло. Мы немножко сточный ход, наверное, стоячей воды. Ух ты, красиво, вода. Ну, вроде как вода ушла, не затоплена площадь Сан-Марко. Далее мы поехали в город Верона. Это совершенно близкий городок от Венеции, около часа езды. В принципе, это тот же регион. Где-то на 3 ночи мы остались в Вероне, там уже такие предрождественские дни прошли наши. Мне очень понравилось то, как итальянцы празднуют этот праздник. Мы нисколько не пожалели, что выбрали именно этот маршрут. И, конечно же, здесь гулять и гулять вот среди этих памятников архитектуры в летнее время было бы вообще классно. Какая красивая ночная Верона. Верона. Такой маленький городок и столько людей. Пойдем, походим. А там смотри, на арене еще ходят. Сейчас вечером. Мы сходим, зайдем. Такой мини-колизей, арена. Пошли попробуем. А? Арена де Верона. Ну что, освещается внутри, там свет включенный. Потому что там что-то другое. Да нет, еще вход открытый туда. Такая звезда, упавшая с арены. Вот как прожектор транслирует на здание. Что это, театр? Здесь не поют. А, вот.
Такая вот атмосферка. Вот это очень красиво. У нас в Афинах в центре также прожектор транслирует различные кадры, такие новогодние, на здание парламента. То есть в центре, на Синтагме. И здесь мы такое встретили. Прикольно. Какие здесь тирамису. Можно брать с собой и кушать. Настоящий итальянский тирамису. Первый раз я такое вижу. Крутяк. Ну, на Новый год везде красиво. Особенно в Италии. Далее из Вероны мы уже отправились в саму Швейцарию через город Милан, правда в Милан мы не заезжали, по туннелю Монблан, да, который соединяет, правильнее говорить, Италию и Францию, потому что сначала мы заезжаем как бы на французскую территорию. Туннель этот составляет где-то 12 километров и стоит в один конец около 50 долларов. Честно, цены я, конечно, уже не так хорошо помню, но я думаю, в интернете можно найти, они, наверное, как-то будут варьироваться из года в год. Ну вот уже в Женеве мы, по-моему, побыли где-то 2 дня всего лишь, немножко походив там по центру города, где мы проживали, посетив самые такие достопримечательные места, какие-то вот рождественские новогодние ярмарки местные. Погода не очень нам располагала, но в конце немножко распогодилась, и нам удалось немножечко прогуляться вдоль Женевского озера уже в сам день отъезда. Женевское озеро. Фонтан, который бьет 140 метров в высоту. Сколько здесь живности. Большие? Авиатор. Рождество сегодня, все выбрались, погода хорошая. Вчера весь день был дождь. Мы хоть и попытались погулять под зонтами, под дождем, но снимать было очень сложно. Сегодня мы уже уезжаем. Уезжаем из Женевы, но не из Швейцарии. И как раз наладилась погода, но вроде всего лишь на один день. И что касается передвижения по дорогам Италии, то здесь ничего особенного не нужно, да, там есть определенные пункты tolls, где вы платите определенную сумму за
проеденные километры по вот этой платной дороге. В Швейцарии же совершенно другая система, мы об этом прочитали заранее на форуме. Нужно приобретать такой вот стикер на машину, который где-то стоит 30 евро. Купили мы его на заправке, и клеится он на лобовое стекло автомобиля. И действует он целый год. То есть получается, в Швейцарии нет таких платных дорог, как, допустим, в Греции или в Италии. Но вот есть такой вот стикер, который оплачивается заранее и позволяет вам передвигаться по Швейцарии без проблем. Но никто ни разу нас не спросил, то есть не останавливали, не проверяли, хотя у нас там иностранные номера греческие. То есть все как-то вот так на доверии. Ну, мы этот стикер на всякий случай, конечно же, приобрели. Добрались в Берн. Очень отличается немецкая Швейцария от французской Швейцарии. Давайте вас сфотографируем. Очень много различных статуй на фонтанах Берна. И везде что-то интересное изображено. Сколько? Механизм. 20. Ну, Берн, конечно, великолепен. Мы немножко расстроились в Женеве. Женева нас вообще не впечатлила. То ли пасмурно было. Хотя, нет. Берн, в любом случае, он как-то мощнее. Как-то опрятней, что ли. Все-таки да. Немецкая сторона чувствуется. В городе Берн мы пробыли где-то полдня, только погуляли по центру города. Что нас очень впечатлило, так это парковки. Они настолько доступные, где-то от 1 евро в час стоит парковочное место, а то и вообще подземную парковку можно за 2 евро оплатить практически чуть ли не на полдня. Жалко, что у меня нет кадров, как мы заезжали в такую вот подземную парковку, где и музыка играет. Есть отдельный этаж для дам, для женщин. Вот так вот. Ну, в целом, там, так как машину нигде бросить невозможно, но приготовлены такие вот классные парковочные, удобные места и совершенно доступные. А вот из Берна мы уже отправились в городок Тун, тоже там совсем не так далеко, все в порядке, наверное, часика езды. Замок наш. Замок-отель. Мы живем в тюрьме 12 века. Под этим замком находятся комнаты. Как там остается? Он будет дешон? Да, дешон. Битте, пожалуйста. А? Битте, пожалуйста. Битте? Битте, да? Такой городок Тун. Альпийский городок. Здесь недалеко находится озеро. Очень величественные горы вокруг, хорошая погода, можно сегодня погулять. Наш замок – самая главная достопримечательность этого города Тун. И вот мы спускались по лестнице и вышли на основную, самую главную площадь. Здесь елочка,
сейчас 11. Вообще лучше, конечно, оставаться в Швейцарии, в таких горных поселениях, городках. Они не в самых больших, ни в Берне, ни в Женеве, в таких маленьких, уютных швейцарских горных городках. Здесь намного уютнее и спокойнее. Детский садик прям под замком. Значит, здесь прям живут поблизости люди. Надо же. Это город Тун расположен у одного такого известного озера и вообще неподалеку от известных таких вот швейцарских мест, которые везде на открытках нарисованы, изображены. И так как это были праздники, ну не совсем сезон, конечно, многие подъемники, которые не на горнолыжку, а просто такие туристические прогулочные подъемники были закрыты. Ну ничего, с городом мы смогли ознакомиться и так пешочком. Какого цвета здесь реки, озера горные, обалдеть. Возвращаться из Швейцарии мы решили уже через другой туннель, тоже не менее длинный, 15 километров, расположенный под горой Маттерхорн. Ну, тоже, наверное, цена такая 30-50 евро, честно, уже не помню. И после Швейцарии мы переночевали в Милане пару ночей и двинулись на каблучок Италии, порядка 900 километров преодолели за один день. А возвращались мы уже из города Бари до городка Патра на пароме. Это примерно заняло где-то 10 часов. То есть быстрее намного нам показалось. На самом деле очень устали, потому что много городов посмотрели за короткий промежуток времени, где-то 10 дней, на все это у нас ушло. Но получили очень хороший опыт, впечатления и, я думаю, не менее интересные воспоминания останутся у нас надолго. Вот такое получилось путешествие. И благодарю вас за внимание. Поддержите меня лайком и комментарием. И пока-пока.